1 мая в Иркутской области начинают действовать цифровые пропуска. По решению регионального правительства оформить документ должны будут все, кто въезжает или покидает Приангарье. Получить электронное разрешение можно на портале госуслуги в разделе «Стоп коронавирус». Для этого приложение нужно установить на мобильный телефон. Инструкция доступна в интернете и на сайте областного правительства. Заполняем анкету. Указываем фамилию, имя и отчество. Пол, гражданство, адрес регистрации. Внизу этой же страницы нажимаем на значок фотоаппарата и делаем фото своего лица. Нажимаем «Далее» и заполняем данные об удостоверении личности. Это может быть российский или загранпаспорт, паспорт гражданина иностранного государства или свидетельство о рождении. Также нужно сфотографировать этот документ, а затем сделать еще одно фото уже с этим удостоверением для подтверждения личности. Причем паспорт нужно открыть на развороте с вашей фотографией. Пропуск можно распечатать либо сохранить QR-код на мобильном устройстве. В случае отсутствия технической возможности оформить документ можно на постах ГИБДД в Тайшетском и Слюдянском районах. Там же будет идти проверка автомобилистов. При отсутствии пропуска человека ждет административное наказание.